проходит Fashion Attack, кто не знает, проходит уже 6-й раз вот в Москве, по крайней мере. И сейчас вот еще 6 часов вечера, мы в Цветном, а народу уже просто вот миллион. Сегодня 4 сентября в Москве, 11 сентября будет в Санкт-Петербурге уже в третий раз. И в конце октября, 25 октября, пройдет в Казахстане первый раз. Здравствуйте, меня зовут Женя Севастьянова. Очень приятно познакомиться. В этом году я спроектировала футболку для Vogue Fashion Arab. На ней изображен корсет с двумя названиями Vogue. А почему корсет? Потому что это очень женственно и очень просто. Нам очень понравилось, мы были в восторге от коллаборации, пригласили Женю стать лицом нового этого года. Приходите на Fashion Arab.